Сегодня 27 июня 2016 года. Это вот Игнатий Иванович повез на пруд на Рыжковский. Дрова все. Берем велосипед, во! По новой дороге. По щебню. Ну вот так вот, слава Богу, по милости Божией, потихоньку делаем. Сегодня вообще жаркая погода, чудесная, облака красивые. Все Господь чудно сотворил. Только Господу аллилуйя, пой. Слава Христу. Сотню досчитаешь, палочку там какую-то или что-то, зарубку, то запомнишь что-то. Сегодня 28 июня 2016 года. Вот мы собираемся сейчас идти на Рыжковский пруд. Ну, надо узнать расстояние. Как узнать? Я Володе навязал тряпочку. И так, мы поедем, а вы идете за нами вдоль деревни, деревни до конца туда. Ты ходил с собакой, знаешь. Вот отсюда мы начнем, поедем, чтобы не крутиться. Где-то пешком вести. Сейчас тут можно пешком идти, когда переднее колесо не будет виден. Я заеду сейчас, благословлюсь у батюшки. Четыре вот такие длинные жерди взяли. Что будем делать? Два заплота, где прорыв воды. Говорят, да лишь бы глину свалить. Нет, все размокает. Мы готовили много. Что мы взяли с собой сегодня? Я взял оселок. Коса. Вот она, коса. Дальше. Саперные ножницы. Если кто не знает, что такое саперные ножницы, ну, это надо просто показать. Приподнять. Маленько. Никита, ты подойди-ка поближе. Вот. Смотри. Вот она. Вот она где. Заложился туда. Вот в палец толщиной перекусывает. Саперные ножницы. А и где их? Я не знаю, продают где или нет. Я достал их рабочим трудом. Преступники пришли воровать, взламывали вагоны, а я занимался в уголовном розыске. Ну и они прятают, прячут все, чем дело. Я все это нашел и забрал, конфисковал от преступников. Коса, наточить. Ребят попросил взять обувь дополнительную, чтобы залезть в воду и ногу не проткнуть. Только для этого раздеться придется. Мы не знаем, пасмурная погода. Заранее взяли две палатки прикрытия. Мешочек взяли с завязками, потому что вначале придется привязывать. Дальше кастрюля. Два молотка. Щипцы-то взял какие? Да, выдерга. Выдерга, выдерга. И гвоздей. Дальше ножовка. Топор мы взяли. Четыре топора. Четыре топора мы никогда не брали еще с собой. Ну и вот две тычковые, одна совковая лопата и двуручная большая пила. И вот разные проволоки там, кто дал нам, набрали ее. Я думаю, что может хватить, не хватить, лучше бы еще взять. Остатки мы можем привезти. Вот. А если не хватит, это у нас будет прокол, большой прокол. Уходим мы до обеда. Так, полиция держать надо будет. Там, наверное, их вместе надо придерживать, если они будут. Вот в таком виде наклоняйте, вы довезете. Идете вы трое. Мы идем двое. Иначе, значит, может связать их тогда с завязками хоть? Да завязки сейчас трудно связать. Тут. Какой разговор? Легче будет. Сейчас мы связываем. У нас завязок море. Стягивай там, Кирилл. Помоги. Вот мы замерим. Это не один километр идти. Взяли воды. Воды взяли? Воды взяли? Одну бутылку. А? Бутыль одну, полтора. Достаточно, если от тебя ее спрячем. Ты хитро подходишь, один выпиваешь, как слон. Эгоист окаянный. Так, все. Кирилла мы взяли, какую работу можно делать. Главное, сейчас приходим, начинаем шкурить и подтаскивать главное. Так, взяли два видеоаппарата, обуви, мы поехали. Так, помолимся. Господи, благослови нас на эту работу.
Милости твоя полна земля. Тебе слава за все во веки веков. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, нас не отвлекайте, трогайте с места. И Володя там закончит. Давай. Вот туда. Вперед прямо идите. Избирайте лучшую дорогу впереди. Быстрым шагом идти только. Быстрым. Вот они, видишь, как идут. Так, мы сейчас трогаемся. Дорога снимать почти ничего не придется. Считай только обороты красной тряпочки. Ладно. Меня не трогать. Слава Христу. Сегодня 28 июня 2016 года, вторник. Наконец у нас почти все подготовлено, начать возводить первую плотину. Заехали к батюшке, чтобы благословил нас, потому что придется в воду лезть сейчас и тяжелые бревна там заводить. Ну, отче, благослови нас. Бог благословит, трудитесь. И помолись тут будешь молиться, потому что мы это никогда не делали, и я не делал это. Просто другого выхода нет у нас. Да, батюшки, 180 проворотов у меня. У меня 177, ну одинаково почти. Сколько один проворот-то? Ты потому что 80... Ты вилял ехал, а я шел прямо вел. Ты веди его... Тогда... Я не вилял. А не может быть, чтобы ехать и не вилять, ты упадешь. Почему? Если на велосипеде ты не будешь рулем крутить, ты упадешь. Я не крутил, я прямо ехал. Ну прямо это означает, за велосипедом никто не сидел. Безвоздушное пространство было. Если ты сидишь, тебя клонит то лево, то вправо, и ты рулем подворачиваешь и не видишь это. А она наматывает и наматывает. Ну понятно. Это не было никого за рулем. Слушай, Виктор, попросите, он проедет на мотоцикле, замерит сколько километров. Виктор говорит, пускай на мотоцикле проедет и замерит. Так, как? Виктор на мотоцикле проедет и замерит. Да проедет и замерит. Да мы без него замерим, у нас подконтрольно. Виктор... Неженатый заботится о Господнем. Как угодить, говорит Господу. А женатый как к жене. Да. Так что пускай угождает жене. Ему мешать не надо. Так, взяли с собой обработку. 4 топора, проволоки, 4 жерди. Ну, тут 3 лопаты. Там косу, пилы. Ну-ка, мы думаем, что хорошо вооружились. Так хорошо надо работать. Так, ребята, обходите меня, пошли. Туда. Что он там говорит? Батюшка говорит, думал, что мы на неделю едем туда. Куда едем-то? Он говорит, я говорю, до обеда мы поехали. Он говорит, а я думал, на неделю поехали. Нет, на неделю, но на пообедать. А потом дальше пойдем. Так, иди за ними и считай пешком. Война. Не езди, Володя, считай. Я зайду сейчас к барабашам, там спрошу кое-что. Барабаша-то нет дома. Кто? В городе там нет никого. Он в городе сегодня вторник. Да я знаю, Ульяну спрошу. О, у нас за бугра показываются наши. 800 оборотов колеса. Теперь колесо только замерить надо. Это... Вот они где. Ну, если колесо 2,5 метра считать, вот 800 умножайте. Везут все сюда. Впереди идет Володя с мазилкой. Отработка там потребуется. День не жаркий. Вот. Ну и что показать? Какая тут окрестность? Какой пруд, который мы думаем облагородить, поднять воду почти на 3 метра. На 2 с лишним углубить. Ясное дело, что сразу может быть рыба. Вокруг леса. Это лесополосы. Так. Ну, это деревенские тополя. Тут жили люди. Это улица была. Улица. У этой улицы было 3 отрожка. Ну и сколько у тебя? Считает, некогда. 643. Сколько? 643. 643? Да. Ну хоть я ошибся. Почему у тебя? У меня много. По-другому надо будет пересчитать. У меня выходит 700 было. Я сотню накинул.
643. Это обратно поедешь, будешь считать тоже. Убери куда-то в сторону ее, мазилку, чтобы никак не запачкать. Давайте сюда, вплотную. Сейчас все разгружаем. Что-то нам потребуется сразу. Первым делом дошкурить. Вот вчера привезли лес. Сколько привезли сюда лесу. Огромные эти, около 10 метров длиной, бревна тащить и... Сзади еще и Кирилл помогает. Так, проходите вперед, вперед, дальше. Еще попробуйте вести. Вот здесь остановка. Все, развязывайте и разгружайте все. До последней детальки. Только ложите на палатку. Вытащите палатку. Топоры проще. Проволоку отдельно. В отдельную папку. Вон провода, можно в другую сторону. Давайте. Это обувь. Сейчас начинаем сразу шкурить и прокосить. Ну, на прокоску, наверное, Володя пойдет. Он мастер это делает. Так. Поскорее развязывайте, Никита. И начинайте носить. Там веревочку, подожди, развязать надо. Там развязывайте. Вон сзади, это, Кирилл, жерди связаны. И веревочку хорошо смотай в карман. Веревочек набрали на всякий случай. Одну в ту сторону их свалите туда. Зайди туда. А там вчера разматывали, резали очень долго. Саперные ножницы аккуратно рядом положи, не порвать. Ничего не бросать на палатку. Виталий, поаккуратней. Вот у вас навыка никакого нет, опыт ничего не заменит. Так, по разным местам. Друг на друга не ложите это, чтобы легко было брать. Все, вытаскивайте. Мазилку в сторонку, совсем в сторонку, подальше, вот сюда. Клади, вот так. Чтобы не запачкать ничего. Не бросать, я сказал, клади. Наклонись и положи. Топоры рядом ложить. Все, режущие палатки, чтобы не касалось. Возле ложи. Все. Четыре топора. Вытаскивайте гвозди. А вот выдергу маленький там, оселок. Это все положить на палатку. Гвозди. Если просыпется, легко брать. Ножовку. Вот сегодня 28-й. Снимайте лопату. Аккуратно, Кирилл. Лопаты сюда занесите. Где топоры. Воткни в землю их. Вот это рядом положи. Молоток на эту положить, ножи тоже на палатке. Так, положи. Косу никто не прикасайся никогда. Это только специалист будет. Слишком дорогое удовольствие ломать. Так, разгружайте жерди. Жерди разгрузите. Куда? И здесь, где стоите. На эту, ну, на ту сторону. Сверните их. Аккуратно, мой велосипед не сломайте. Только на пилу не положи. Положите. Все, клади. Вот теперь тележку разверните и туда поставьте в низинку. Чтобы все было близко к отходу. В случае чего на нас нападут, чтобы вскочил на машину и сразу вперед. Давай, смеешься. Без воображения человек. Так, все. Никита, ты что делаешь? Все, управляюсь. Так, убери тележку вперед, разверни тем боком туда. Всегда разворачивать к выходу. Вперед. Маленько продерни и опусти. Все, ставь здесь. Так, молимся. Ты дал жизнь человеку и ждешь от него плодов. Благослови нас, Владыка, дабы имя Твое святое не вытащили от нас. Благослови наш труд, да будет благословена эта земля, проклятая за принятие человеческой крови. Умудри, пособи, восстановить этот пруд. Ты посылал ученикам твоим рыбу, дай и нам также, последователям его, в чем мы повинны, прости. Усиль нашу силу, мощь, чтобы непосильной тяжести мы могли доставить нужное место. Между нами да будет мир, любовь и согласие. Сделай наш труд полезным и безопасным. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все. Аминь.
по местам. Берите топоры, вон те длинные, начинайте шкурить, вытаскивайте их, выворачивайте, как угодно. Самые длинные, это первые, которые у нас придут. Это топор, маленький топорик, тоже за дело. Что, здесь? Все. Все? Сейчас начинаю, да, я им покажу. Давайте. Вдвоем попробуйте вывернуть его. Корух где угодно оставляйте, это ничего не значит. Это где-то он отстал. Опять ты все время сзади валандишься. Положи топор, это мой топор. Бери свой. Доверила тебе такой топор, еще чего. Это батюшкин. Так, выверните эти большие. Вот с этот конца, я думаю, надо брать вот от конца и выворачивать туда его просто. Не надо там. А тут убрать надо. У вас там не получится, по-моему. Ну смотрите сами. А я бы так, так его за конец туда развернул, и он почти весь будет наружу. Его надо вывернуть, а потом остальное достанете. Никита, берите за один конец все, слушайте. Выверните его туда на бугор. Тащите, вот это пойдет у вас. Четыре человека, это трактор настоящий. Вперед, вперед, гони, гони выше на вершину туда. Вон туда, на траву, выше, еще выше. Вы выверните, тебе легко будет ее шкурить. Там бугор, выверните на бугор. Бросили уже. Выворачивайте, это все от него отойдет. Гоните дальше. Вот так. Все. А теперь выбирайте, где надо. Вторую выверните сейчас. Потом третью и четвертую. Так, бери. Можете вперед продернуть, а там пойдет, нет, сюда. На Никиту потяните. Ну-ка, пойдет, нет? Да, пошли. Ну-ка, попробуй, нет, значит, выворачивайте. Вот здесь можешь положить, чтобы друг друга не трогать. Это близко, боязно. Ну, а теперь смотри, где третья. Вот еще одна под этим, возьмите ее. Нам нужно четыре больших. А одна вот, да. Во! Никита один, он как богатырь. Это былинный герой. Никита такой был. Выворачивай его. Все, положите. А теперь сверху эти можете разбрасывать. Один кто-то их мелочь сюда подносить, вот сюда вот, ближе. Все. Володя, иди сюда. Бери косу. Я ее натащил. Это, туда не отбрасывай, только вперед бросать. Вот сюда вытаскивать, а с этой стороны, Никита, надо брать, и вот сюда, все. Которая не ошкурена, маленько пошкурите. Так, бери коса, впереди она. Снимай с себя это, положи. Тебе она не нужна. Так, куда мне положили этот, я не вижу. Косу куда положили? Саперные восты где? Саперные ножницы. Вон они лежат. Вон. Вон лежат они. Все, коса вон впереди. Володя, прочисти хотя бы для прохода человеку. Тут много сушняка, но Бог в помощь тебе, давай. Так, все, располагайтесь быстро, начинайте шкурить. Я разбирать буду сейчас, Никита. Шкурите все трое. Вот городской житель, посмотри, как интересно жизнь может проходить. Меня порадовал Сергей Козлов, что внук у него услышал, как я тащу пилу там или топор, и он бросил все и к экрану бросился. Вот это природное, из поколения в поколение, только в генном уровне. Хозяин земли растет, но дадут ли ему быть хозяином, вот вопрос. В раю была одна должность – охранять и возделывать. Вот мы это делаем. Вот все, пожалуйста. А это потом соберем мы. Если надо потащить, у меня брусок, я потащу. Так, я отошел. Так, Володя, возьми свой аппарат. Почему? Вот прошел неполный час. Что здесь сделано? Сколько ошкурили хлопцы. И там верхушку тоже смотри, Кирилл. Мужик растет настоящий. Вот это раскидал, которые не ошкуренные, вот ошкуренные. И сейчас так прикидываю, привезли мы примерно раза в три больше нормы. Так мне кажется.
Если все будет благополучно, по этому следу потом нам загонят трактор с тележкой. И на второй мостик все увезем. Беды никакой нет. А если не хватило бы, тут второй раз никто не поедет. Ну, вот смотрю, Володя приходит, топор-ножовку взял. И вот он сколько... Вот такая вот была травища, не пройти. Это вот он выхлестал, уже меньше часа прошло. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40 шагов. Это вот такой сушняк здесь. И он все это пробил. Это, я говорю, мне бы хватило тут целый день чирикать. Что значит опыт и сила молодая? Это вот сам пруд. Это все надо будет пробить, очистить. Все видно было, где норы. Володя, в эту сторону надо будет потом пробить. А кидай туда. Вот. За пределы самой плотины. Мы еще не знаем, где мы будем делать спуск воды. Потом посмотрим. Ты меня тут нигде не пропустишь. Здесь? О, ничего себе. Это нора. Нора. У-у-у, какая огромная. Ну, все это мы заляпаем. Надо везде будет подливать смазки помаленьку. Не смазки, а это называется, отработка. Выруби под самый корень, чтобы ничего тут не было. Батюшка дал свой топор. Вот здесь понижение идет. Потому что трактор это будет все мешать. Кусты все обрезать, которые даже ветки спускаются на плотину. Пробить полностью надо сегодня. Вон сушняк какой-то. И все в сторону. Рыжковский. Его полюбил Володя Устинов, этот пруд. Ну, пруд-то грязь одна, там по колено больше нету. Даже по грудь нету воды. Но тут была рыба. Я тут не ловил хорошую рыбу, но была. Вот на втором мостике, да, там... Сантиметров по 30 больше окуней были длиной. А на Симаковском, это Костровый пруд, там был карась 15-литровое ведро. Отец говорит, карася туда клали, когда даже за борт край выходил. Ну, это раньше. Раньше, то есть раньше это до 30-го года, 28-го. Вот это лох идет. Откуда Рыжковский пруд идет. Знали, где запрудить. В этом месте. Все вручную делали. Никаких бульдозеров не было. Какой народ погубили. 10 миллионов тружеников. Здесь только было 6 семей раскулачено в Потеряевке. Норма была. 6 кусков мыла. Сослали, все там примерно. Рассказывают. И такие титры. Тогда она рассказывала. Записали что-то где-то. Ужас один. Как они хоронили. Хоронили только к весне, мертвые так и лежали. Вот так. А теперь уже оттуда и выехать. А куда выехать? Там родились.